Մեր ընկերությունը տարածաշրջանում լավագույններից է, հազարից ավելի աշխատող, միջինից բարձր աշխատավարձ ու միջինից ցածր շահագործում։ Մեզ մոտ աշխատելու համար մարդիկ մատաղ են անում, իսկ ուսակեր մարդիկ կաղամբի գլուխ են ծփում։ Բայց քանի որ ձեր տվյալները շատ լավն են, դուք վաղվանից կարող եք գալ աշխատանքի։ Վաղվանից չեմ կարող, մեկնում եմ հանգստանալու։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Глубоко уважаемый Сергей Павлович, глубоко уважаемый Мэр Гербертович, уважаемые сотрудники посольства Российской Федерации, уважаемые высокопоставленные государственные деятели, представители посольств, дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех вас и граждан Российской Федерации с Днем России! Это большая честь быть сегодня среди вас, чествуя Россию, страну с многовековой историей и богатым духовным и культурным наследием в день, который связан с началом глобальных преобразований политической и экономической жизни России, упрочивая ее роли и место на международной арене. Дорогие друзья, Армению и Россию связывают тесные узы братства. Платформа, на котором веками пошагово строилась дружба между нашими народами, зиждется на принципах искреннего доверия, взаимной поддержки и целенаправленности совместными усилиями противостоять проблемам и вызовам, встречающимся на нашем пути. На протяжении всей истории мы всегда были вместе, плечом к плечу, справедливости созидая мир. Политика двусторонних союзнических отношений день ото дня обогащается новыми направлениями и сферами сотрудничества. Мы эффективно взаимодействуем военно-политическим, военно-техническим, торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и культурной областях. Все сферы просто не перечислены. С каждым годом набирают обороты межрегиональное сотрудничество. Поддерживается интенсивный, свойственный странам-союзникам политический диалог на высшем уровне. Мы высоко ценим посреднические усилия России как сопредседателя миссии группы ОДКБ, ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Осуществляется плодотворная координация взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, конструктивное взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ в рамках других международных организаций. С удовлетворением можно отметить установившееся плодотворное межпарламентское сотрудничество, которые особенно важны в свете величины роли и функций законодательной власти в нашей стране. Дорогие друзья, хочу отметить, что наши народы связывают искренние чувства взаимной симпатии и теплоты. Это легко прочувствовать не только в официальных контактах, но и на уровне простых отношений между людьми. Именно опираясь на эту теплоту в отношениях, совместными усилиями можем обеспечить дальнейшее расширение стратегического партнерства в интересах граждан Армении и России в русле поддержания безопасности и стабильности в нашем регионе. Еще раз поздравляю с Днем России и желаю вам, Сергей Павлович, а в вашем лице всем россиянам и присутствующим здоровья, счастья, благополучия, а братской России мира и процветания.